15 сентября вступило в силу постановление Министерства внутренних дел о порядке организации работы с паспортом. Оно устанавливает технические требования к фотографиям для документа, удостоверяющего личность. Закреплено отсутствие головного убора, форменной одежды и солнцезащитных очков. При этом последнее не распространяется на инвалидов с нарушением зрения. 17 сентября во всех школах страны пройдет единый урок, посвященный Дню народного единства. Он призван помочь учащимся осознать смысл и значение праздника, важность сплоченности белорусского народа для сохранения сильного и независимого государства, способствовать формированию уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, а также воспитывать у школьников гражданственность и патриотизм. Преподаватели обсудят с детьми события, ставшие исторической основой события. Модераторами выступят БРСМ и БРПО. В едином порыве в субботу, 14 сентября, 5000 бобруйчан объединило традиционное эко-движение. Фанаты спорта собрались в 10 утра у Вечного огня. В компании с руководством города колонна начала движение по уже полюбившейся траектории по Минской Карбышево к площадке у Бобруйской арены. Велопробег, приуроченный ко Дню народного единства и Дню без автомобиля, отражение трепетного отношения бобруйчан к любимому городу, стране, миру. Ни много ни мало, в этом году к юбилею «Бобруйск мебель» высокой награды удостоены свыше 30 заслуженных тружеников. Фотографии высококлассных специалистов украсят доску почета предприятия. Сегодня продукция предприятия – образец гармоничного сочетания цены, качества, высокой функциональности, комфорта и красоты. Более 500 наименований на высоком уровне, на равных конкурируют с белорусскими и зарубежными аналогами. 6 лесных пожаров ликвидированы за сутки в Беларуси. Общая площадь чуть более 5 гектаров. По 3 очага ликвидированы в Могилевской и Гомельской областях. 4 устранены силами Минсельхоза, 2 совместно с МЧС. Всего привлекалось 29 единиц техники и 117 человек.